Тьфу. Ну-ка, видимо, в нос попало. Будь здорова, мамочка. Ты такая смешная, у тебя на носу мука. А что ты такое делаешь? Будут блинчики, да? Нет, Дианочка, я решила сегодня вас побаловать. Наконец-то у меня появилось время, я хочу испечь ваш любимый тортик Сэм&Дэмс. Ура, спасибо, мамочка. Он тебе получается самый-самый вкусный. Может, я могу тебе чем-то помочь? Ой, а давай, Дианочка, если тебе не сложно, подай мне, пожалуйста, чайничек с водичкой кипяченой. Конечно, не сложно, сейчас несу, мам. Куда наливать? Какие-то странные эти монстрики. Фу, знал бы, не покупал. 150 рублей, какая-то падающая ерунда. Я-то думал, они такие хопа и до потолка. А они и падают. Фу. Чтобы я еще раз пошел в магнит и купил там какие-то игрушки типа этих монстриков, да никогда. Даник, будешь играть? Макс, тебе не понравилось, ты их обозвал. А мне хочешь их играть отдать? Я тоже не хочу такими играть. Ой, мне даже их не нажать. Хотя, Макс, их можно использовать для меня, как боксерская груша. Вот эту штуку нижнюю приклеить, а по этой можно бить, и она на пружинке будет бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим. Ух ты, можете мне такую сделать, а? О, Даник, здорово придумал. Конечно. Кать, ты не знаешь, где у нас суперклей? Не, Макс, спроси у мамы. Мам, ты не знаешь, где у нас суперклей? А что вы такое делаете? Макс, ну я, например, помогаю маме. Я сейчас буду раскатывать тесто, когда мама его сделает. А вообще, мама собралась испечь торт. Ну этот, с Сэм&Дэмсом, помнишь, который вкуснючий такой? Мама, это здорово, спасибо большое. Только вы это, немножечко в муке обе. Мам, у тебя на носу, а у Дианки, по-моему, все лицо в муке уже. Да, знаю, Макс. Сейчас с тестом закончим, потом умоемся. Без толку, эта мука все равно везде летит. А суперклей-то где, мам? Скажу, когда скажешь, что ты хочешь и куда приклеить. А то как в тот раз. Да не, мам, Катю я больше к стулу не буду приклеивать. Я помню ее юбку, которую мне пришлось потом ей купить из моей копилки. Та была испорчена раз. Я хочу это, Данику сделать грушу настольную такую, напольную точнее. Основание надо приклеить к полу, чтобы она не ерзала. А там пружинка, и можно так тыщ-тыщ-тыщ, и он будет тренироваться, мам. То? Что, подожди, как это к полу приклеить? А пол-то ведь испортится. Нам что, потом пол перестилать после вашей груши? Нет, придумайте что-нибудь получше. Например, какое-нибудь тяжелое основание. А к нему уже приклеить, чтобы его на пол поставить. Не вздумай, Макс. Сначала принесешь, покажешь, что ты выдумал, а потом клей выдам. А, точно, мам, я как-то не подумал. Ладно, хорошо, придумай какое-нибудь основание. А тортик скоро будет готов? Чем быстрее ты уйдешь и не будешь нам мешать, тем быстрее будет торт, понял, Макс? Да понял, уже пошел. Катя, Даник, представляете, там Дианка с мамой готовит торт. Ух ты, ням-ням, а еще долго? К сожалению, да, только начали. И это, у меня для тебя грустная новость. Нам не сделать грушу напольную для битья, потому что к полу ее нельзя приклеить, мама сказала. Нужно искать что-то тяжелое, какое-то основание. Обидненько. Ой, да ладно вам с этой грушей, идите скорее сюда. На канале Даринелка вышла новая серия про кукол Лол. Там этот, Аманкас в детском садике, представляете? В смысле Аманкас в детском садике? Там даже есть предатель? Наверное, серия только началась, иди смотреть давай. Их из школы отправили подрабатывать в детский садик, попробовать себя в профессии младший воспитатель. Давай посмотрим, что получится. О, давай. Ха, недовольные какие, а. Все правильно, я знаю, что младший воспитатель моет в садике все горшки. А думаете, им хочется? Я думаю, не хочется, вот они недовольны. Ой, ну вот, мука отмылась. Мы такой торт забабахали с мамой. Ой, такой вкуснючий, я крема облизала, он такой сладкий-сладкий. И этот крем чиз там еще. И посыпали это все Сэм&Дэмсом. Сейчас спечется и будем украшать. Так, сюда конфетка. И сюда еще одна конфетка. Мам, мне кажется, уже хватит, посмотри, какой он здоровский. Ты думаешь? Ну ладно. Давай его здесь оставим. Пусть настоится он. А почему нельзя сразу его съесть, мам? Дианочка, нужно, чтобы коржи пропитали начинку, а начинка пропитала коржи, а то будет невкусно. Пусть немножечко постоит. Мы пока чайник скипятим или мультик какой посмотрим. Дети, смотрите мультики? Молодцы. Слушайте сюда, тортик полностью готов, но не трогайте его, пожалуйста. Ладно, я сейчас схожу в ванну и будем вместе устраивать чаепитие. Торт получился в этот раз просто обалденным, да, Дианка? Да, мама, в этот раз он еще вкуснее, чем раньше. Только давай недолго в ванной. Ладно, я постараюсь, я вас понимаю. Ну и вы поймите, пока тортик не очень вкусный, он еще не пропитался. Поэтому лучше туда вообще не ходите, чтобы не было соблазна. Ладно, мам, договорились. Не больно и надо, у нас тут серия интересная. Ага, сейчас куколкам Лоу придется не сладко. А я бы хотела чего-нибудь сладенького. Пойду на
кухне посмотрю. Может, M&M's лишний остался. Какая красота! Теплая ванна с солью и пенкой. Обожаю. Я думаю, ничего страшного, если я возьму пару M&M's. И все равно их очень-очень много. Красненький, лучше желтенький. Иди сюда. Вот он мой. Ням-ням. Пожалуй, хватит, а то будет заметно. Так охота тортика. Может, отрезать с краешку кусочек? И не увидят они, да и все. А я съем пока. Мне кажется, он уже готов и пропитался. Просто мама не хотела, чтобы мы съели раньше ее, пока она пришла из ванны. Вау, оказывается, мама сделала мои любимые радужные коржи. Посмотрите, они всех цветов радуги. Ой, все что ли? Я уже все съел? И не заметил. А какой большой кусок-то я отрезал. Надо его к холодильнику повернуть, чтобы сразу в глаза не бросалось. Ну вот, почти целенький. Я почти наелся еще бы один кусочек. Но нет, будет очень заметно. Так, я не понял, от кого-то пахнет конфетами. Катя, у тебя есть какая-то конфетка? Дай перекусить, а? А то мама что-то так долго в своей ванной. Макс, по-моему, была какая-то конфета у меня в комнате. На тумбочке сходи, посмотри, если что, забери. Зачем мне конфета, если у нас будет сейчас целый тортик? У Кати тут не только конфета, тут... Черт, ногу сломит в этой комнате. Ничего я не ношу. Ни на тумбочке, ни в тумбочке. Сама съела, наверное, и не заметила. А какой запах идет с кухни. Он меня прямо манит. Манит туда, может, я зайду, хотя бы понюхаю, а? Как вы думаете? Не, и не съем. Честно-честно. Пойду понюхаю и посмотрю, какой получился торт. Я не понял. А что такое? Это мама новый вид торта, что ли, такое испекла, чтобы сразу было видно, какие там коржи внутри? Или кто-то уже его поел, а? И конфеток вроде меньше стало. Ага. Это что же, кто-то откусил уже кусок молча. А не Даник ли это? Он уходил из комнаты, а потом пришел весь пахнущий. Вот так. Ладно тогда. Даник первый начал, если что. Я тоже отрежу себе кусок. Да я смотрю, у меня конкурент растет. Их какой хитренький, а? Думал, самый маленький, так мама ему ничего не скажет. Ну вот, если что, он первый был. Беру крошки, чтобы незаметно было, что его уже кто-то ел. Ой, это была конфета. Ну ладно, у меня есть целый кусок. Обожаю этот радужный тортик с M&M's. Чего, все что ли? Как быстро-то, надо было больше отрезать. Ну, хотя это было бы уже полторта. А там еще Катя, Диана и мама. Их трое. Ладно, поверну к холодильнику, чтобы было не так заметно. Я же не сразу обнаружил недостачу торта. Во, все, можно идти. Меня здесь не было, если что. Я много пропустил? Да, Макс, почти закончилось. А ты что такой радостный? Еще что-то у меня нашел вкусное? Не, Кать, да я не радостный, я и конфету-то у тебя не нашел. Это я все искал столько, вот из-за тебя весь мультик прогулял. Очень странно, от Макса тоже пахнет тортом. Мама, мама, ты еще долго? Мы уже устали, мультики закончились, мы хотим кушать, тортика с чаем. Еще 10 минуточек, Дианочка, ну подождите, пожалуйста. Без меня только не начинайте. Эх, ладно, мамочка. Какой же он вкусненький, какой же он красивенький. Возьму одну конфетку, никто не заметит. А что это там? Тут не хватает почти полторта. Кто это сделал? Кто-то украл полторта. Мы же с мамой не такой пекли, он был целый. Ага, из комнаты выходил Макс и Даник. Это точно Макс все съел. Ах, негодяй, сейчас я ему дам. Макс, немедленно признавайся, это ты торт съел? Я? Какой торт? Ты что? Не, меня там не было. Это Даник, наверное, он выходил из комнаты тоже. Дианочка, в смысле съел? Там больше нету торта? Обалдеть! Ну, Макс, в своем репертуаре. Я тоже тогда отрежу кусок, пока он все не съел. А то пока мама моется, он сюда 5 раз бегает, и потом нам одна упаковка останется. Ой, по-моему, слишком большой. Ну, ничего. Кате сладости нравятся. Особенно этот тортик с M&M's. Он просто обалденный. Ням-ням-ням-ням-ням, какая вкуснятина. Да, вкусновато, маловато. Может, еще кусочек отрезать? Осталась половина торта всего. Надо же маме оставить. А еще Дианка не кушала. Это точно, Дианка не кушала. Катя, я стучалась маме, она скажет, через 10 минут выйдет уже. А ты чего, тоже кусок съела, что ли? Тут больше было, Катя.
Дианка, извини, не выдержала. Тем более это Макс съел. А если бы я не попробовала, он бы все съел. И никому бы вообще этого торта не досталось. Ты что, его не знаешь? Придумал бы опять что-нибудь. Мыши унесли или ворона съела и в открытое окно залетела. Тебе отрезать кусочек, чтобы ты тоже съела? Эх, новые предатели. Мама же сказала без нее не трогать тортик, а вы... Давай отрезай тогда, а то тоже не попробую с такими братьями и сестрами. Ну все, Дианочка, пойдем давай. Ага, Кать, пойдем. Ну вот, я думаю, прошел час, не меньше, и тортик уже готов. А где торт? Дети, остались одни крошки. Ах вы какие, а, бессовестные, даже маме кусочка не оставили. А ну отвечайте, где торт? Куда вы его дели? Неужели съели? Ну я же попросила, ну подождите вы часик, а? Как съели? Катя, Диана, вы что, весь торт съели? И даже маме не оставили? Мы хотя бы с Даником по одному кусочку только отрезали, а вы взяли и все даже доели? Ну вообще, мам, если что, это они, во, две эти наглые. Ай-яй-яй-яй-яй, Дианочка, Катя, ну вам не стыдно, а? Оставили маму без тортика. Нам не стыдно, это вам как не стыдно. Вы вообще-то были первые, кто покусился на этот торт. Если бы вы его не тронули, никто бы его и не тронул. А мы побоялись, что вы все съедите и нам ничего не оставите. Вот это веселая семейка, вот это я понимаю. Бегают по очереди, куски торта таскают. Ну хотя бы мне-то могли оставить кусочек, но за старание-то. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, бесстыжие вы, девочки. Ага, а вы прям совестливые такие. Втихаря взяли, убежали, отрезали и съели. Пришли такие, конфетами вкусными пахнут. Не-не-не, мы ничего не ели. Вот именно, вы первые предатели. А потом уже мы спасали остатки торта от вашего нападения. И, кстати, мамочка, мы про тебя не забыли. Мы последний, самый большой, самый вкусный кусок тортика спрятали, чтобы вот эти вот его не съели. И он тебя ждет в морозилке. Ммм, здорово. Очень вкусно, наверное, сейчас мне будет горячий чай пить с замороженным тортом. Ну, хотя бы кусочек оставили, позаботились. Ой, в следующий раз хоть охраняй сладости от вас. Вкусный хоть получился-то, а? Да, мам, очень вкусный. Да он даже одним своим запахом манил так, что мы по очереди все за ним избегали. Извини нас, пожалуйста. Кстати, девочки, очень хорошо, что вы догадались маме кусочек оставить. А то вообще было бы стыдно сейчас, да? Ну что, ребята, вот такая история. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Дринелка ТВ и смотрите новые серии. Пока-пока! Мам, ну как, вкусный тортик? Вкусный, Даник, очень вкусный. Да, мам, нам тоже он очень понравился. Может, еще когда-нибудь испечешь? Да, мамочка, я тебе опять буду помогать. Или мы все можем помогать, и тогда тортик получится в два раза больше. Да испеку, конечно, конечно. Будет время выходные, обязательно еще сделаю. Вы мне оставили очень большой кусок. Идите, я на всех вас разрежу, еще и мне останется. Ух ты, спасибо, мамочка, ты у нас самая лучшая. Приветик, Софико. Приветик, Ясмин. Приветик, Диляра. Приветик, Рейнбон Тойс. Приветик, Настя. Приветик, Александра. Приветик, Ангел. Приветик, Мадина. Приветик, Алёня и Сими. Приветик, Марина. Приветик, Батагос. Приветик, Алекс. Приветик, Софа. Приветик, Александр. Приветик, Марьяшке. Приветик, Марат, Эльвира, Тата. Приветик, Луна. Приветик, Окошко. Приветик, Света. Приветик, Ксения. Приветик, Ева. Приветик, Лиза. Приветик, Аделина. Приветик, Вики. Приветик, Аня. Приветик, Настя. Приветик, Маржан. Приветик, Даниэля и Селин. Приветик, Инга. Приветик, Нурлан и Ариша. Приветик, Юрий. Приветик, Акерке. Приветик, Милана. Приветик, Надя и Аня. Приветик, Азека. Приветик, Аруша. Приветик, Ксюша. Приветик, Айбики. Приветик, Карина. Приветик, Ксения. Приветик, Анна. Приветик, Маша. Приветик, Виктория. Приветик, Настя.